Ролик о странной езде. Неизвестно, что хотел продемонстрировать владелец дорогого автомобиля Porsche, но его маневры надолго запомнились очевидцам. А пользователи сети интернет живо комментируют ролик, который выложил один из автолюбителей. Иномарка резво стартует на зеленый свет и, видимо, входит управляемый занос. Однако ситуация выходит из-под контроля. Машину выбрасывает на встречку, но неудача не останавливает водителя.